Всім привіт! Це черговий випуск програми IT-персона. Сьогодні у нас в гостях Валерій Красовський, генеральний директор компанії Sigma Software. Доброго дня! Доброго дня! І перше питання. Як справи у компанії? Чи є якісь нові напрямки роботи? Чи буде змінюватися якась бізнес-модель роботи Sigma Software? Ну, у нас компания консалтинговая, это IT-консалтинг. Я намеренно не называю это аутсорсингом, поскольку, с одной стороны, это аутсорсинг технически, да, но как бы уровень тех задач, которые мы делаем сейчас, они существенно отличаются, там, например, от тех, которые мы делали там, 10-15 лет назад. Угу. Если 15 лет назад компании в основном там, занимались разработкой веб-сайтов, вот то, что вот обыватель предполагает по тем, что такое эти аутсорсинг, ну, то сейчас это работа над сложнейшими инженерными системами на уровне западных компаний для мировых брендов, для авиастроения, для автомобильной промышленности. Мы работаем над полными циклами программных продуктов. Для Volvo, я знаю, вы працюете так много. Ну, если говорить о нашей компании, да, это Volvo, SAS, много шведских брендов. Ну а чем ваша компания, если можно было поставить такие питания, відрізняється від інших компаний аутсорсеров? У нас очень большая и серьезная география заказов, как для такой компании, может быть, достаточно среднего размера для Украины, хотя приближающийся к крупной. У нас более 600 человек сейчас работают в 4 центрах разработки в Украине. У нас очень много заказчиков и в Европе, в Скандинавии, в других странах Европы, в Италии, Франции, Германии, в Соединенных Штатах Америки. У нас очень серьезная диверсификация по тому, с какими типами проектов мы работаем. Это крупные enterprise компании, серьезные enterprise решения, такие как SAS, Volvo. Это работа. Это те, чем відрізняєтесь ви від інших, так, в Україні? Ну, у некоторых других тоже это есть, но у некоторых есть именно направление, там, компания в основном работает только с enterprise, или компания только работает со стартапами, ага. Да, или только с продуктовыми компаниями. Так, у нас есть все эти три направления, где на самом деле и темп работы разный, и методологии разные, и технологии разные, и на самом деле это все очень интересно, потому что и люди везде по-разному работают, ментальность разная, то есть есть там компании, которые ориентируются там, только там, на Штаты, например, или какие-то еще вещи. Сколько лет вы генеральный директор? Генеральный директор пару лет, по-моему, вот. Но я изначально был операционным директором компании. Что изменилось с тем, когда вы стали вот, номинальным генеральным директором? Вот что изменилось в направлении деятельности, в работе? Чи все нормально, оно идет, бизнес не потребует никаких колебаний, все нормально, так и треба? Иногда, знаете, вот у людей существует такое понимание мифа, у многих программистов раньше оно было, что создать эти компании очень просто. Ну что, нужно купить компьютеры, посадить разработчиков. Это задание. Найти клиента и погнали, все, работаем. Все очень просто. Можно бухгалтера еще пригласить, чтобы все было хорошо в бухгалтерии. А на самом деле консалтинговый бизнес очень сложный и тяжелый. В принципе, как любой другой. Мне нравится, что вы сами кажете консалтинг бизнес. Не аутсорс, не... Ну, я уже автоматически это говорю. Это же такая фишка, да, у вас? Ну, это именно так и есть на самом деле, да, ну вот. У нас просто к слову аутсорсинг как-то прибавилось что-то такое нехорошее вот. И очень простое. Вот действительно. Но это абсолютно не так. Это совершенно не так. Аутсорсинг это то, как, когда ты поручаешь профессионалу сделать какую-то серьезную часть твоего бизнеса. Мы профессионалы в IT. Добре, стосовно вашей компании, я так, до речи, не почув, чи изменилось что-то, чи ні, с вашим приходом на работу. Ну, я на самом деле в компании изначально, да. Являюсь также соучредителем и изначально работал на должности операционного директора. В принципе, всеми теми вещами, которые я сейчас занимаюсь, занимался раньше, но на самом деле, когда как бы есть позиция, которая называется генеральный директор, она все-таки что-то меняет восприятие. Как бы всегда ответственность была серьезная, но так ты уже как бы ощущаешь ее в абсолютно полной мере. А про бизнес-колывания? Ну, есть, конечно, постоянные изменения, поскольку, опять-таки, IT – это такая отрасль, которая очень быстро развивается, очень быстро появляются новые технологии на рынке, подходы, новые ниши. Например, сейчас это augmented reality, все знают про покемонов, которые ловятся. Так. И как бы для того, чтобы быть успешным, нужно постоянно работать над чем-то новым. Вы покемонов ловите? Нет, я не ловлю. Мне времени не пробовали? Навіть ничего не завантажили? Но дети ловят. Вот мои дети, моего партнера, то есть они этим... Стосовно детей, работы в вашей компании, как вы думаете, у нас сейчас справа с IT-эдюкейшеном?
Чи все нормально? Чи можна потрапити у вас до вашої компанії без якогось там досвіду роботи відразу після інституту? Очень хороший вопрос на самом деле. Сейчас очень многие начали заниматься бизнес-проектами в сфере образования. Да вот здесь прямо вот в вашем центре внизу висит расписание работы детской школы на лето. Там и робототехника, и создание игр на iPad, и другие практики программирования. Это на самом деле очень здорово. Мы это очень поддерживаем, вкладываем в университеты. Мы вот недавно посчитали, просто для интереса, как бы за все время деятельности мы вложили больше 200 тысяч долларов только вот в помощь IT-образованию в Украине. Этим занимаются сейчас все повсеместно, и это очень хорошо на самом деле, поскольку дефицит кадров у нас очень большой. Так, где брать работников все ж таки? Вот вы где берете работников в свою компанию? Ну, разумеется, существуют переходы между компаниями, понятное дело, это в любом бизнесе так. Это стандартная ситуация, вы себе там никакие курсы там не сделали? Нет, мы, конечно, это сделали. То есть мы делаем очень большую ставку на молодое поколение. Я же говорю, что мы очень плотно работаем с университетами. У нас есть самые разные варианты курсов, которые сейчас мы ведем под эгидой уже нового образования на базе компании, которая называется Sigma Software University. У каждой уважающейся IT-консалтинговой компании есть свой университет. Мы не исключение. Естественно, мы хотим его сделать лучше, чем другие. И там есть и практики для студентов третьих курсов, и целенаправленные классы по обучению по специальным технологиям. От там, таких, которые вот все знают, там, тестирование, Java, .NET, до более серьезных, таких как Big Data сейчас на слуху тоже. Ну, а якщо дивитися, в принципе, на ситуацию, коли ці кажуть, що IT-індустрія, це має бути рушійна сила української, значить, економіки і так далі, тому подібне, то якщо воно так думається, то може треба дійсно там чуть ли там з Міністерства освіти поставити питання так, щоб IT-education був, ну, чи не на найпершому місці. Чи є такі рухи в цьому боці, як ви думаєте, чи немає? Мы на самом деле очень активно этой темой занимаемся уже, не знаю, больше 5 лет, наверное, по взаимодействию с правительством через ассоциации, которые объединяют лидеров отрасли. Вот одна из таких организаций, в рамках которой мы этим занимаемся, это Европейская бизнес-ассоциация и IT-комитет, который объединяет, ну, все крупнейшие компании Украины, IT. И, собственно, вот одна из тех вещей, которые мы сделали, вот это было на порядка 4-5 лет назад, мы тоже выходили с предложениями к правительству, с тем, что это мейнстрим, этим нужно заниматься, в это нужно вкладывать. И под нашим руководством, вместе с ведущими вузами страны, мы сделали документ, который сначала содержал 60 пунктов изначально, да, какие улучшения, изменения можно сделать в IT-образовании в Украине глобально, не просто в рамках одного университета. И в результате порядка, я сейчас точно не помню, 15 пунктов вошло в финальный документ, который был подписан там, тем премьер-министром, который был тогда, и был пущен в работу министерства. То есть сейчас все работает? Часть из этого действительно получила имплементацию. Я могу назвать вот несколько пунктов так, чтобы было понятно, о чем вообще в принципе речь. Первое – это увеличение госзаказа на IT-специальности. Как это не смешно и не очевидно, да, то есть, вот, но этого никто раньше не делал, это было сделано. Второе – это возможность присутствия представителей IT-компаний в научно-методических комиссиях, которые определяют программу, собственно, обучение для студентов. Я, в принципі, зрозумів, все нормально. Але таке питання мені цікаво стало. От ви кажете, 5 років тому, це колись. Ми всі розуміємо, що є час до ситуації, до подій, і є після того. Як зараз ситуація в IT-індустрії складається? Чи легше працювати? Які проблеми є? Чи взагалі ми знову там знизу піднімаємось до чого? Чи все нормально, ніхто нікуди не впав, і просто собі прямуємо? Як справи зараз? Темпы роста, безусловно, немножко снизились, но я бы не сказал, что очень сильно. В принципе, по разным оценкам, IT-индустрия Украины росла порядка 30% в год. Сейчас по разным оценкам говорят, что вот после 2014 года, может быть, немножко там темп упал до 55% в год, но сейчас мы опять выходим на 20% и дальше. По разным оценкам сложно сказать. В принципе, мы ощущаем, наша компания за весь период деятельности росла приблизительно с такими темпами, 20-30% в год, и этот год сейчас не исключение, и прошлый тоже. Хотя, должен сказать, что, конечно же, сложности были.
Это и удержание и клиентов, угу. и обеспечение комфортной атмосферы. Нормальные такие проблемы, и, да, бизнес-проблемы. И понимание того, что будет завтра для сотрудников. То есть, конечно, эту работу мы проводили, открыли новые офисы и так далее. Якщо говорити про співпрацю або співіснування IT-сектора та держави, чи все нормально в цьому плані? Заважає держава, допомагає? Ну, к сожалению, не все нормально, скажем так. Постоянно приходится с чем-то бороться. Это, конечно, расстраивает. У нас очень часто меняется правительство. И каждый раз приходится начинать, ну, может быть, не совсем с нуля, но с какой-то определенной точки, которая, как правило, уже была пройдена с предыдущим составом правительства. Когда мы объясняем, что нельзя резко менять систему налогообложения, какой бы она ни была, она сложилась за эти 15 лет, и все к ней приспособились, да, каким-то образом. Это, взагалі-то, фишка. Да, есть совершенно четкие, очень серьезные цифры, это там порядка, опять-таки, по разным оценкам, 2-2,5 миллиарда долларов в год, то, что приносит эти индустрии. При общем экспортном потенциале Украины, там тоже по разным оценкам, 12-15 миллиардов, это существенная часть экспорта. Абсолютно. Это очень существенная часть экспорта. Да. Поэтому трогать лучше не надо. То есть лучше, как делается в европейских странах, действительно вкладывайте в образование. Для государства это же очевидно, да? Вы вкладываете в образование. Зачем? Чтобы эти люди потом, большее количество из них, нашли работу и начали платить вам же налоги. То есть все очень просто. Вот. Но, к сожалению, я же говорю, что приходится... Ну, можно даже сказать, бороться, да, как-то с какими-то вещами. Есть и помощь, то есть слышат лучше уже, чем раньше. Ще таке питання. Чи існує проблема в Україні між аутсорсерними і продуктовими компаніями? Чи це все надумане? Это надумано абсолютно, и вообще, то есть это, знаете, вот как обсуждают, вот есть аутсорсинговые компании, есть продуктовые, или стартапы, или и стартапы. У стартапа не обязательно должен быть продукт, может быть какой-то сервис, да? И зачастую вот бытует мнение, что вот стартапы или продукты — это хорошо, а аутсорсинг — это плохо. Это как говорить, что вот в машине правое колесо нужно, а левое нет. Ну, это абсолютно именно этот разговор, потому что это все части большой IT-экосистемы, в которую входят и университеты, и аутсорсеры, если их так называть, и IT-консалтеры. На самом деле... Как нам объединять эту всю экосистему, так чтобы она, думки таких не спадали? Есть просто люди, которые пытаются на этом устраивать какой-то популизм и какие-то темы, которые совершенно неправильные и непонятные. Да? Я как IT-предприниматель, и мы и стартапы поддерживаем, это движение, мы поддерживаем конкурс IT-Еврика, который пан-европейский, через него прошло уже огромное количество студентов на лучшую стартап-идею. Мы, там, есть какие-то проекты, в которые там инвестируешь просто отдельно, да, там, если ты веришь тоже в какую-то идею. То есть это все связано, и главное, что вот IT-компании, консалтеры крупные, которые, собственно, сейчас и составляют основной вот этот вот экспортный потенциал страны, именно они и приносят в эту экосистему возможность развиваться стартапом. Откуда это идет? Потому что мы работаем с западными продуктами, мы работаем с передовыми технологиями, люди начинают понимать, что и как вообще нужно делать, что будет иметь успех. На нашем рынке, на западном. То есть это одна экосистема. Не было бы IT-консалтинга, не было бы и стартапов. Это абсолютно очевидно. Дуже мені подобається цей термін IT-консалтинг. Це був Валерій Красовський, Sigma Software. Дякую. Дякую.